Дорогие женщины, если вас бьют ваши мужья, позицию нужно следующую исповедовать. Вы являетесь не только частью своей семьи, вы являетесь частью своего города, своей родни, частью своей страны и частью всего мира. Поэтому мужу вы не принадлежите как собственность. Вы для него партнер, союзник, помощница, но не та, которую он хочет использовать так, как он желает. Кроме того, если вы принадлежите, так сказать, часть ваших сил, времени принадлежит вашей семье и близким, родственникам, друзьям, вы же где-то работаете, с кем-то общаетесь, то ваше здоровье, ваши силы, ваше время, они принадлежат не только вам, и тем более не только мужу. Они принадлежат вот этому всему, вот этому большому кругу людей. И в этом смысле, когда муж бьет вас, касается вас, он касается этого большого круга людей. И он, по сути, забирает у них время, у них силы, у них забирает какой-то шанс в жизни. И это является очень серьезной подставой для него, как для личности, как для мужчины и для вашей семьи. Вот с этой точки зрения нужно рассматривать домашнее насилие, но это пусть и будет пока мой первый подход, записанный на видео по данной проблеме. Конечно же, ваши вопросы, я на них буду обязательно отвечать, практически рекомендации давать. Так что до следующей встречи. Меня зовут Евгений Сарапулов, я психолог, мистер Тонус. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал и до следующей встречи.